Девчонки, сегодня у нас с вами тренировка на мышцах пресса и спины. Напоминаю, если вам не подходит данный комплекс тренировки, вы можете выбрать любой комплекс тренировок из предыдущих. Это будет первая тренировка, когда вам не понадобятся кроссовки. Первое упражнение, которое мы сегодня с вами сделаем, упражнение на мышцы пресса. Занимаем исходное положение. Корпус лежа, поясницу немного вдавить к полу. Поднимаем одну ногу. Руки за головой и выполняем каждый раз подъем и выдох. Выдох выполняем наверху. Вдох внизу носом. Следующее упражнение выполняйте в положении планка. Планка на предплечьях. Кисти у нас, локти расположены под плечевыми суставами. Кисти немного дальше под себя. Корпус одна прямая линия. Выполняем прикаты бедра в одну сторону и в другую. Стараемся работать только бедрами. Корпус вверх у нас зафиксирован. Каждый раз делаем выдох. Следующее упражнение, которое мы сегодня с вами сделаем, также на мышцы пресса. Лежа на спине, обе ноги в потолок, руки за головой и выполняем подъем корпуса наверх. Каждый раз делаем вверху, выдох. Следующее упражнение мы сделаем на животе для спины. Опора на живот. Корпус прямая линия. Руки ладонями развернули вверх в потолок. Голова в положении позвоночника. Опора на носки, наша линия бедра. Корпус приподнять наверх. Из этого положения выполняем мать наверх. Каждое упражнение мы выполняем по 20 раз. 20 повторений каждого упражнения. Делаем полный круг и выполняем таких кругов 4. В конце тренировки можно сделать комплексное расслабление мышц пресса и спины.